Избирательная комиссия республики накануне утвердила результаты выборов главы Чувашии. Михаил Игнатьев получил 362 301 голос. За него проголосовали более половины избирателей, принявших участие в голосовании. Эксперты продолжают обсуждать итоги. 13 сентября, в день выборов, Чувашская республиканская общественная организация социологов, СОЦИС, проводила опрос избирателей на выходе с избирательных участков по всей Чувашской республике. Было всего 20 избирательных участков, и мы спрашивали у людей, как они проголосовали. На 19.00 были получены следующие данные. 64,3% проголосовало за Игнатьева. Сейчас скажу, Николаева 14,7%, за Шурчанова 13,6% и Субботина 4,9%. Если сравнивать с результатами выборов, которые уже опубликованы Центральной избирательной комиссии, то разница от 0 до 1,5%. Для чего нужны вообще экзит-полы? Экзит-полы – это, во-первых, контроль за честностью подсчета голосов. Если обычно итоги экзит-пола от итогов выборов отличаются на 1-2% максимально, вот наш экзит-пол с итогом выборов впадает в эту статистическую погрешность, что до 1,5% разница. Это говорит о том, что итоги выборов, вернее, подсчет голосов был верен. Явка говорит о том, что народ идет на выборы. Идет потому, что надо поддерживать. Поддерживать не только главу, но и депутатский корпус. Во-первых, для республики. То, что такой процент голосования за Игнатьева Михаила Васильевича, это повседневная работа. Много сделано в республике для развития и много делается. И радуют те результаты в городах у нас, в Чебоксарах и на Чебоксарских. Такая явка и такой процент голосования, потому что мы знаем, так большой процент в городе Чебоксарах никогда ни один руководитель региона не получал. Это кроме уже сказанного Владимира Владимировича Путина. И второе, это Михаил Васильевич Игнатьев, поддержку городских жителей он получил. Потому что на самом деле много сделано для города Чебоксары. Это строительство садиков, школ, это переселение из аварийного ветхого жилья, дороги, ремонт. Красивый наш город. Поэтому народ пришел на выборы, чтобы поддерживать непосредственно главу Чувашской республики.